Привлечь студентов к развитию экономической и социальной жизни полуострова. В Симферополе стартовал Крымский молодежный форум «Устойчивое будущее России». Его главная цель – заинтересовать подрастающее поколение в разработке новых проектов. Это не первый подобный проект на полуострове. Еще недавно при Совете министров существовало молодежное правительство. Группа активных людей, которые стремились помочь чиновникам в развитии полуострова. В связи с переходом республики в состав нового государства возникла необходимость вновь собрать инициативных молодых крымчан. Нынешний форум призван помочь в этом. По словам главы правительства Сергея Аксенова, свежий взгляд, особенно в переходный период, поможет крымским чиновникам разобраться в старых проблемах. Молодежь, ну, я еще раз говорю, у нее сегодня раскрепощенные мозги, то есть как бы иногда вот нужно такой творческий подход к решению каких-то задач, поскольку у нас ситуация в Крыму сегодня нестандартная, способы и варианты решений тоже нужны нестандартные, то есть вот ну, мы сегодня практически все решаем в ручном режиме, ни под одну законодательную базу мы сегодня не подходим, ни одновременно мы сегодня и не по российским законам полностью живем, и не по украинским, и по крымским, то есть как бы зачастую, то есть как бы мы вот регулируем ситуацию в ручном режиме. Для привлечения талантливой молодежи к решению всевозможных вопросов по всей России еще с 2011 года проводят конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Он призван помочь наиболее одаренным, талантливым и заинтересованным в процветании страны молодым людям двигаться по пути саморазвития и профессиональной реализации. С этого года в нем смогут принять участие и крымские студенты. Екатерина Наумова, Олег Бойко, «Время новостей».